начинаю влог, я начинаю с этого места возле окна. И продолжение по поводу робота-пылесоса соседей расскажу. Я распечатала на работе бумажку о том, что выключайте свои электроприборы на ночь, потому что это очень слышно. Но не стала клеить, думаю, разберусь, пойду спрошу. Сошла к соседке сверху и спрашиваю, ну, что это гудит? Она, да, я не знаю, что это гудит, сама не могу спать. Я такая, ничего себе, это у кого-то что работает. Окей, говорю, тогда будем разбираться дальше. Вышла на соседа сверху через знакомых, которые должны были ему позвонить и спросить, что там происходит. И, как неудивительно, в эту ночь было тихо. Я даже поспала. И поспала так долго, что я до сих пор не могу отойти. У меня даже сглаживание на видео не скрывает мои синяки под глазами. Я просто встала где-то в 11:30. И теперь пытаюсь собрать себя в кучу. У нас еще чуть-чуть температура повысилась, снежок пошел. Но у меня столько дел. Я еще хочу снять влог. Я сейчас, конечно, покушаю для начала. А потом мы с вами напишем список, что мне нужно сделать, и будем это по возможности выполнять. Смотрите, какая погодка классная. Снежок мелкий идет. Такая чистая зима. Вчера была тоже очень классная, не скользкая. И хотелось ходить, гулять. Сегодня, возможно, по делам придется выйти тоже прогуляться, но посмотрим по состоянию самочувствия. Ну что, я перекусила, и теперь нужно немножко простудилась, и теперь нужно написать список дел, которые мне надо делать. Первое, что я помню, это помыть волосы. Я в последнее время стала забывать про это. Второе, мне нужно, если я не удалила, конечно, фотку, сделать холст Томе. Тома – это моя девочка, которая делает мне маникюр, у нее будет день рождения, и у меня запись к ней как раз после дня рождения, я хочу ее поздравить. Третье – это монтаж влога. А вложек вы уже, скорее всего, посмотрите, потому что это уже следующий. И нужно снять пустые баночки. И одежду. Потом нужно положить деньги на счет. Столько всего, что я, честно, забываю, что мне еще надо сделать. Я хотела еще заполнить альбом. Еще нужно сделать уборку. И попрызгать полы средством от блох. Как это я сейчас обрабатываю постоянно, надо его там раз в неделю брызгать средством всяким. Я вообще еле держусь, честно говоря, меня вообще клонит в сон, потому что я вот это спала до обеда, а потом такое состояние дурацкое. Вообще в идеале сходить в магазин, мне еще нужно купить леггинсы, но это, наверное, буду делать завтра, но напишу. Значит, сходить за лосинами, купить продукты. Ага, еще, конечно же, оформление канала. Кстати, еще нужно кисточки помыть. Угу. Не тут-то было, я все помню. В комнате у меня тотальный беспорядок. Опять надо убирать. Это капец какой-то. Хочу вам показать. Мне подружка подарила на день рождения. Вот такую красоту. Это лавандочка. Я хотела в Авроре купить лаванду тоже для того, чтобы ставить на задний фон видео для антуражика. Но я не успела, их разобрали. Но там она была, конечно, не такая клевая. Тут прям куст такой лаванды. Мне очень нравится. Буду ставить себе на задний фон. Класс. Еще вчера к швее ходила. Забирала свои вещи. Что это там я делала? Сейчас посмотрим, что я там, короче, нашила. Так, я отдавала
два пиджака и бодик. Один пиджак я просила добавить мне рукавчика немножко. Вот так она добавила. Ого, так он такой прям длинный стал. И просила подправить мне вот здесь вот уголочек, потому что он был неаккуратный. Теперь он не должен оттопыриваться у меня. Вау, все красиво. Не оттопыривается, как раньше было. Потом отдала вот этот пиджак. Здесь надо было в середине красиво поподшивать, потому что я выняла плечики и как попало все заделала. Так, что-то она не дошила мне тут. Странно. Тут дошила, там не дошила. Ну ладно, бывает. Это нюанс. Я на такое внимание сильно не обращаю. И сзади тоже у меня было тут некрасиво. Надо было хорошо подшить. Вроде как сделала. И бодик мой. В бодике у меня пошла стрелка на рукавчике. Бодик очень красивый. Она мне сказала, что сделает шовчик. Ага, вот как она сделала. Она прям сделала шов. Или это он был? Вообще не помню, как у меня это бодик. В бодике это все было. У меня там конкретно была такая дырища. Не могу себя отлипнуть от кровати. Сейчас включу, наверное, музычку или сериальчик. И уберусь в комнате по списку, а потом помою волосы. Максимально бесполезный день. Все, что смогла сделать, это поставить стирку, немножко убраться в шкафу и прибрать в комнате поверху. Все. Мне ни на что не хватает сил больше. Единственное, что сейчас засяду, наверное, за монтаж видео своих. Поскольку больше ничем заниматься неохота. Ну, чтобы понимали, какие дни у меня бывают. Вот, бесполезные. А вот завтра, наверное, мы с вами сделаем все остальные дела, которые я запланировала. Так что... Вот так. Странный день. Надо еще вечером на фильм посмотреть. А потом... А что потом? Еще хотела что сделать себе в этот альбом свой. Вклейки фоток, надписи всякие. Тут же вообще нет желания это делать. Нельзя спать долго. Нельзя. Надо вовремя ложиться. Ладно, ребята, девчата. Если что-то буду делать, включусь.